Ну да, эмоции зашкаливали, но есть и зачем, над чем надо задуматься. Второй период провели ужасно. И при таком счете, счет 2-0, играя спокойно, играя в свой хоккей, и начали что-то выдумывать, потери, ненужные удаления. Ну, самое главное, что выиграли, а самое главное сейчас результат. Качество игры надо улучшать от игры к игре. И есть время подумать и настроить голову на правильный хоккей. Тайм-аут очень помог, наверное, когда СКА приезжал, и там одна и та же пятерка не могла выехать из зоны, наверное, минуты 3-4. Да, момент такой, конечно, тяжелый был для нас, и что ребята устали, и они чуть ли там не каждые 30-15-20 секунд менялись. Это грамотно. Мы выстояли, и я думаю, что благодаря этому мы выиграли. Саша, ты говоришь, что проблема во втором периоде, а с чем они связаны? Ну, я думаю, расслабились, счет 2-0, и такая игра пошла, то что думали, что все, результат сделан. И, я думаю, на уровне психологии. Был момент, ну, было видно, что вы изменили игру в меньшинстве, да? А что именно поменяли? Ну, я не буду это говорить, что мы поменяли. Вам видно, смотрите, разбирайтесь. Немножко изменили, да, и все равно пропускаем в меньшинстве, и каждую игру это надо что-то делать. Ну, установка была не удаляться перед матчем? Так не только плов, это установка, и по ходу сезона идет не удаляться, но видите, как получается, либо эмоции зашкаливают, либо, не знаю, какие-то другие действия игроков как-то неосознанно, неоправданно. Есть время обдумать, и я думаю, что надо учиться не на своих ошибках, а на других. В данной ситуации надо учиться сейчас на своих ошибках. Александр, вот две игры не можете найти управу на ведущее звено. Вообще у вас есть понимание, как можно остановить, потому что много у них времени. Напомните, кто ведущее звено. Ну вот Шапачев, Дадонов и Гусев, они забивают. Я не знаю, я бы не сказал, что у них ведущее звено, у них каждое звено по-своему опасное. Просто они 5 шайб забросили в двух играх. Ну что, это не большинство все играет. И тут не могу сказать, что это звено прям. У них каждое звено, каждый игрок по-своему опасен. Можно так это сказать. В Питере будет другая игра? Ну, я не знаю, мы там еще не играли сейчас. Сюда после игры вопрос задайте. Сейчас самое главное, надо набраться эмоций, отдохнуть и забыть. Это все прошло. Сейчас новый день, новые эмоции. Завтра переезд. И все тут все в военном режиме, в военной обстановке. Отдыхать, самое главное, отдых. Спасибо. Спасибо.